На прошлой неделе профильным заместителем проводилось совещание с привлечением профильных специалистов города по поводу сохранения дамбы и мероприятий, которые не позволили бы избежать аварийной ситуации на этом объекте. И специалисты пришли к единому мнению о том, что сегодня нужно выполнять одновременно несколько видов работ. В первую очередь это строительство сбросного самотечного коллектора, который бы позволил снизить за счет статических перепадов давления естественным способом понизить уровень воды в Хаджибеевском лимане, а также строить буну со стороны Хаджибеевского лимана для того, чтобы та насыпь, которую сегодня мы называем дамбой Хаджибеевского канала, стала полноценным гидротехническим сооружением и сдерживала на сегодняшний нагрузки как уровня воды, так и волновые ударные нагрузки волн на существующую насыпь.